Привет, ребята, приветствую вас на своем канале. Сегодня я и, конечно же, Серега. Сергей Юрьевич. Здравствуйте, господа. Вот, выехали на рыбалку. Будем пытаться ловить линя. Что из этого получится, будем видеть. Долго распинаться не буду. Мы начинаем. Вот такая вот прикормка. Разрекламировать ее не буду, я уже такой пользовался. Только здесь приправа чесночная. Ловить будем на опарыша и на червя. В общем, джентльменский набор. Серега уже расправился. А я еще пока расправил только удочки. Место здесь такое довольно зароще стало. Раньше было чуть дальше. А сейчас вот такой вот пятачок. Сами понимаете, при поклевке побороться здорово придется. Сейчас отобью. Выставлю глубину правильно. Ловлю на поплавок с одной точки соприкосновения, чтобы при попадании в траву не было ни всяких недоразумений, как говорится. Ну вот, будет нормально. Вот такая вот глубинка, где-то сантиметров 50. Сейчас опарыша посажу. Крючок довольно большой, так что до опарыша здесь поместится довольно прилично. Тем самым привлеку внимание линя. Во всяком случае, я так надеюсь. Ну вот такой вот вариантик. Ну что, запускаем вторую удочку. Чуть-чуть правее. Вот как-то так. Здесь даже далеко кидать не надо. Ну все, удочки запущены. Начинаем рыбалку. Сейчас без 25. Утро такое, довольно приятное. Не холодно на улице. Кто-то постарался, здесь почистил. Вон травы сколько и там повытаскивали. Наверное, здесь было сильно зароще. Я в прошлом году пытался здесь почистить, но что-то получалось. Но дальше заходя уже довольно глубоко. Ну, учитывая ил, конечно же. Вот сейчас как раз под левым поплавком очень запузырилось. Хотя я даже не кормил. Какие-то движения есть, вот видите. И правый пошел. Все, замер. Вот так вот бывает. Первая поклевка. Первый линявый. Вот такой вот. Грамм 500, наверное. Не зря он там пузырился. Ну что, надо немножко прикормочкой заняться. Привлечь рыбу. Ну, тут же сразу мелочь подошла, начала долбить во все стороны. Но здесь что-то повело. Ну, продолжение будет. Ой, как заварилось. У-у-у. Как будто кто-то кипятильник опустил. А мы идем к Сергею Юрьевичу. Серега, рассказывай. Только без вот этих эротических эмоций. Ну, пока ничего, да, таких позывов не было. По зубам вредил? Да. Хорошо, я так повел, блядь. Приподнял и повел, блядь. Обидно. Такая нежданная поклевка. Так резко на дно ушел. Хороший гусь. Давай к папочке. Есть контакт. Уже все. В домике.
Вот такой вот красавчик. Вот такой. Кило 200, может. Ну вот и солнышко вышло. Не знаю, вот две штуки зацепил. Кто его знает, будет ли еще поклевка. Сейчас я распугал здесь все этим линием. Мелочь-то вон тюкает. Поклевки вообще интересные какие-то. Все на дно. Довольно-таки нежданные. Стоит-стоит, буху на дно, как окунь. О, танцует, танцует. Ну это надо красноперка бомбит. Ну давай, 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 давай. Что ты мучаешься? У меня пока отрабатывает только левая удочка. Правая луня гоняет. Какие-то поклевки есть, но без продолжения. И без кульминации. Ну там вообще запузырило конкретно, прям под поплавком. Как будто у кого-то недержание было. Серег что-то там возмущается. Что за хрень? Ну, все. Она очень крупная что-то. Красноперкная. По морде хоть дать. Так красиво на дно, потом поволокло и бросило. Поматросило и бросило. Ну то здесь что-то заговорило. Ну, все. Серега забодал. Какая-то фанеринка была. Ну все, пора собираться. То, что успел две штучки поймать, и все. Сейчас достанем. Взвесим. Ну, то, что поменьше, 510 граммов. Ну и тот, что побольше, кило, как я и говорил, почти кило 200, кило 170. Ну вот такая вот рыбалка получилась. Из возможных двух поклевок я два и взял. Конечно, хотелось бы побольше. Ну, здесь озеро такое, что рано утром и поздно вечером. Вот. И ну, то, что успел прихватить, то я и успел прихватить. Серега в этот раз по нолям, мелочь долбила, а в линии подходил, хотя и прикармливали. Если вам понравилось видео, ставим лайки. Если не понравилось, ставим дизы. Всем пока и удачи на рыбалке.